Сейчас придем в землянку, покажу все, расскажу. Смотрите, чудеса. Кастрюля живая. Сама шевелится. Видео я загрузил. Опубликовал. Сейчас посмотрите, наверное. Так, сейчас расскажу все. Покажу. Заварил чаек, шоколадочка. Здесь у нас вермишель быстрого приготовления заварилась на завтрак. Купил я вот такую вот каелочку. Ручек не было, ну, черенков. Пришлось покупать целую. Ну, не хотелось, конечно, мне целую покупать. Не это. Деньги лишние тратить. Ну, что поделаешь, черенков нету. Мощный агрегат. Не то, что это старый. Ну, в принципе, идет потихоньку. Слабовато. Аккуратнее надо, чтобы не сломать. Тоненько. Помного не брать, сильно не долблюсь. Такая физкультура. Физическая нагрузка полезна. Спину разомнем. Вам не кажется, что лопата косовата немножко? 2 часа работы. Такая ямка получилась. Неплохо.
Копаем потихоньку, копаем, пока копается. Все переживаю, лишь бы на скалу не попасть. Тогда это все бессмысленно будет. Кто-то, наверное, подумает, вот херней какой-то занимается, зимой долбит. Дождался бы весны, да выкопал спокойно. Я же это не делаю для того, чтобы просто мне делать нечего. Хочется просто замаскировать уже нормально ее. И не переживать, что кто-то придет, утащит здесь что-то. Я ушел на рыбалку в ту сторону. С другой стороны кто-то пришел, утащил все. Я же еще не мой канал там веду для американцев. Они, наверное, думают, что это он готовит, что за херню. В тот раз лапшу с тушенкой это видели, помните? Готовил. Там пишут, что это за блюдо такое. Лапша с тушенкой. Всем приятного аппетита. Не знаю, на сегодня, наверное, заканчивать буду. Повырезаю еще, посижу. А то спина уже начинает себе говорить. Нельзя перенатруждаться, а то завтра не встану еще. Лучше помаленьку. Нардишки еще повырезаю, посижу без камеры уже. А вчера тоже не вырезал. Уже сколько? Третий день сегодня. За неделю хотел сделать.